Бывает, что сам Дед Мороз, младший адресатов, сотрудники УФСИН вместе с зимним волшебником и Снегурочкой поздравили ветеранов войны и бывших сотрудников службы исполнения наказания. Из Великого Устюга, там, где холод, там, где вьюга, елку к празднику принес ваш любимый Дед Мороз. Здравствуйте. Сказочные персонажи обычно поздравляют детей, но это считают офицеры очень несправедливо. Ветераны, пенсионеры, которым так не хватает внимания, радуются не меньше и стишкам про зиму, и сладким подаркам. Сегодня у нас 5 адресов, все фронтовики, ветераны, которые вот сегодня в городе живы и здравствуют, мы их всех сегодня объедем. Руководство управления дарит им подарки хорошие, вот новогодние. Чтобы этот действительно победный год остался у них в памяти навсегда. Настоящий полковник в отставке Евгений Павлович Ваулин сегодня получил в подарок от руководства уголовно-исполнительной системы медаль за доблестную службу. Чего только не найдется в мешке Деда Мороза. Приятно, тем более с моим состоянием здоровья. Это вдохновляет, воодушевляет. Уважаемые жители города Иванов, я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Кто меня помнит, кто со мной служил в течение 29 лет. С Новым годом, здоровья всем! Ветки самой настоящей сосны, украшенные шарами и гирляндами, оставят у ветеранов в качестве подарка, а под них посадят снеговиков, сделанных руками заключенных ивановских колоний. Мария Смирнова, Андрей Смеволков, РТВ Иваново.